Фотоальбом к юбилею Азова выпустил архитектор Владимир Фоменко. В нем автор проекта постарался показать атмосферу родного города в 21 веке. Свои снимки подбирал почти полгода и, признается, далось это нелегко. В архиве фотографа-любителя сотни кадров, которые он коллекционирует с 13 лет. Ну, как вот соломинку в стоге сена нужную найти, так и нужную фотографию. Такое обилие получилось у меня фотографий. И вот теперь, когда я их отобрал, потом думаю, надо же систему какую-то, ну, решил по временам года. Перелистывая страницы фотоальбома, можно увидеть знакомые и неизвестные уголки Азова в палитре зимы или осени. Работы, посвященные природе и архитектуре города, лица известных жителей и просто случайных прохожих. Вот это бабуся старенькая. Ну, ей уже 99 лет, Миланя Карповна. Всю жизнь прожила в одном месте, в своей усадьбе на берегу. Каждый день сидела, смотрела на закат солнца. Пока фотоальбом выпущен тиражом в несколько десятков экземпляров, но автор, который из-за огромной любви к Азову называет себя его пленником, надеется, что издание займет достойное место на полках музеев и букинистических магазинов.